решили участвовать в конкурсе на экологических спектаклей со спектаклем, в котором говорится о том, что может сделать каждый человек, простой человек, для того, чтобы вокруг нас было чисто, вокруг нас были зеленые леса, вокруг нас было много цветов и чистый воздух. В апреле организуется субботник в районе, мы в нем примем активное участие. И мы также призываем всех принять участие в апреле по уборке территории нашего города. Говорят, от Ентова озонные дыры образуются. Подумаешь, одной дырой больше, одной меньше. Вот смотри, сколько их в заборе. Ничего. Просматриваем сам сценарий, прослушиваем, смотрим режиссуру, смотрим лучшие артисты первых, четвертых классов, среднего звена, старшего звена. Мы смотрим музыкальность произведения и, конечно, экологическую составляющую. У нас 15 номинаций, и все критерии номинаций обозначены у членов жюри в документах. И главное, что наш экологический фестиваль, поэтому должна быть тема ценностно, бережное отношение к окружающей среде, забота, восстановление окружающей среды. И если дети рассказывают об отношении человека к человеку, мы говорим экология души. То есть и такие спектакли.